Хотите, я скажу, что все женщины у нас в стране не должны заставлять мужей пользоваться презервативами? Почему? Дело вот в чем. Дело в том, что у нас пропала деторождаемость. А деторождаемость – это основная составная часть экономики страны, любой. Поэтому, чем больше детей у нас будет, тем меньше презервативов. Это и хорошо, это и плохо, но поменьше презервативов, побольше детей. Ну, чувствую, что из-за меня погиб человек, но он тоже был неправ. Ну, то есть я не считаю себя убийцей, как вот в том смысле слова, как это принято считать, что это страшный там маньяк, не знаю. Ударил сначала меня, у меня упали очки, он их демонстративно раздавил ногой, сказал, что то же самое сейчас произойдет и с моим лицом. Я испугалась, друг кинулся нас разнимать, вернее, его от меня. А кухня маленькая, в пятиэтажках, 5 метров. Вот, и вот. А у меня этот нож как бы в руке так и остался. И со словами «Уйди от меня». Я сделала выпад ножом вперед, рукой с ножом. И попала в него. Он отошел сразу, схватился за грудь. Последние слова его были «бей еще, бей еще». Все, потом он упал, я вызвала скорую, приехали они. Сразу милиция приехала. Он умер в скорой помощи. Все равно общество отнюдь не будет счастливым, потому что это будет цивилизация на низком, цивилизировать на высоком уровне нельзя. Но это будет структура России о том, как складываются перспективы решения оборонных вопросов в свете достигнутых договоренностей. Да? Да. Хотели узнать ваше мнение об освобождении цен? Ну, я считаю, что просто простому рабочему, когда цены освободятся, будет просто невыносимо жить. И нужно будет все силы применять для того, чтобы как-то зарабатывать деньги и честными, и нечестными способами, чтобы как-то прожить. Давилась, давилась!
Вот, тоже. Да, да, это делали за деньги делать министерство, это делалось издательством России. Да, это... А это спасибо, да. Николай Михайлович сделал. Это бесплатно делать. Где дурые голоса. Да, да, если бы не дурые голоса. Да. Слушай, последней инстанции обсуждения текста гимна, чтобы как-то найти способ, то лучшее, что мы найдем, скажем, сегодня. И эти вот партитуры уже исполняются на государственных... И Борис Николаевич Ельцин, выезжая куда-то за рубеж, брал, извините, его помощник нашей ноты. Выйдите вот туда, к людям. Ну, конечно. Вот именно. А то вы с заднего входа все. Давайте вперед. Вот к народу. Нет, нет. Что, за что вы кричите? За что мы кричим? Если бы они были бы честными, если бы это была бы не мафия, они прошли бы здесь, а не там с заднего входа. Оградили себя милиции, боятся они, позор. Это мафия натуральная. Наградили. Они знают, что их в следующий раз не выберут, они наберут себе в карман, и все, и полетят. В отставку их, в отставку. Позор. Долой, 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 всех! Всех! Это вы потом спросите, потом, после аукциона. Я вам расскажу. На пресс-конференции. На пресс-конференции. Разрешите, а? Мы не успеваем. Ничего, разрешите. Мафию! Долой мафию! Долой мафию! Долой мафию! Видимо, чтобы длинные волосы не мешали, для чего-то заплеталось все. Ого, не туда.
туда, ребята. Туда. Давай туда. Я там стреляю. Хорошо. Слушай. Хорошо. Еще лучше стрелять. Честно держит свою работу. Зачем кровь? Объясни, пожалуйста, зачем кровь? Ну я немножко знаю. Но я должен там бить. Я должен бить там. Ну тебя убьют. Сколько ребят поубивали? Слушай. Добрый день. Я похозяйничаю чуть-чуть. 150 раз, 152, 150 тысяч, 160. 170. 170 раз. 170. 180. 190. 200. 220. Раз. 9500. Раз. 9500. Два. 10. 1. 12. 12. Раз. 12. 14. Миллион. Похлопали. 1 миллион раз. Раз. 26. 2. 28. 30. 30. 30. Ты поймешь, говорит.
исторически прошла весь 20 век. И вся Европа помнит до сих пор. До последней тысячи. До сих пор помнят. До дна. До дна за офицеров русской армии. За Россию. Ночь-ночь блекали глаза. А я был в пресс-экспресс, 5 минут буквально вот сюда. Как мы сделали? Значит, он понимает. Алло, говорите. For me, as at least as a representative of a nation that was the empire builder, of course the destruction of the Union is some kind of a tragedy. But I can accept it as a reality. Probably for British, the destruction of a great empire was a tragedy once, but now it is accepted as a reality. We have to accept the reality. Nobody had invented real mechanism how to privatize the communist economy in a 1-1. That is the political and social reality with which we have to somehow to live. Твой срок заменен на один год условно. С чем мы тебя и поздравляем. Желаем тебе всего доброго. Так что сегодня твой день здесь у нас последний. Вот как? Я... Там же год. Год оставшийся. А у тебя срок какой? У меня еще в октябре только был год. Год будет в октябре.
не отбытый срок лишения свободы считать условным с исправительным, то есть весь... с испытательным сроком в течение 1 года. Ой. Понятно? Так что действительно сегодня последний твой день. Куда-то... Будем надеяться, что этот дальнейшие твои поступки ты будешь, в общем-то, обдуманно делать. Не так, как получилось сейчас. Спасибо большое. А куда мне сейчас идти? А сейчас пойдешь, чтобы поехать, тебе дадут обходной листочек. А вот ты должна быстренько оббежать всех. Сейчас тебе должны выпустить. Спасибо вам. Всегда не придешь. Я давно не верю. Танец. Если бы сюрприз тебе сделали. Да. Еще высчитывай там. Год сказали, только потом увидишь. Что? У меня сейчас класс проходит просто. Ладно, хорошо. Ну давай, пока. Good. Finally talk to you. Так, значит, мы сейчас сделаем полный комплекс, будем говорить про ногти, про духи, про все-все остальное, а потом уже перейдем к декоративной косметике. То есть он маскирует все темные пятнышки, все-все-все налички. Он теперь вот в такой вот упаковке, то есть тоже там специальный желтый крем. Иногда надо хорошо выглядеть, а ну никак не получается. Никак не получается, не выспишься. Average people can't afford that. Usually our clients are people above average. But the average client usually orders around $100 to $120. И насчитывает в своих рядах 325 тысяч консультантов в 23 странах мира. Американская мечта пришла и в Россию. С тех пор, как я пошла работать с Мэри-Кей, очень многое изменилось в моей жизни. Мое восприятие, наверное, мира, моя самооценка, моя внешность, наверное. Я гораздо увереннее сейчас могу себя чувствовать, гораздо увереннее общаюсь с разными людьми. Я думаю, что я даже внутри стала более интересным человеком благодаря этой работе. Ты можешь съездить, сейчас... ты съездишь. Ты не работаешь завтра? Нет, это ну все, выходная. Мы сейчас счет вообще откроем. Я себя сейчас поменяю. Отношения, безусловно, двойственные. С одной стороны, экономика заставляет думать об эффективном использовании площадей, они не должны простаивать. Ну и вместе с тем, они, конечно, немножечко, как вы видите, интерьер космической экспозиции чуть-чуть смазывают. 56-26. Приобретение акций на фонд можно 56-26. 56. 297-56-26.
Можно на счет. А то пока фотографируем. А вы там ничего не дали? Одна. Вот свои документы. Спасибо большое. Свободно. Спасибо. До свидания. До свидания. Ой. Газета. Сколько? Продать? Да. Да нет, здесь обычно наши туристы все продают. Наши продают, да. Туристов нет практически. Доллары везут в Польшу практически. 700, 3900, вот такая цена. Вы торгуете там? Да, да. Сначала было 10 тысяч. Да, это были, думали, да, это было. А потом курс на них просто стал падать. Что у вас за проблема? Там. Пойдем посмотрим. Здесь, да? Да. Постоянно, да? Хозяйка! Ты раз в столовую думаешь приглашать или нет? Кстати. Вот. А может, закончить? Да, практически да.
Так где я видел слесаря, который работает без 50 грамм? А? Я хоть раз без 50 грамм работал? Твоя водка пиздец. Где ты ее брала? В арке. А? В арке. Виталику скажи спасибо, он заставил. А я что, разбираюсь в этой водке, что ли? Я прошу успокоиться всех. Ну так, а кто же они бросаются вот так? Идите перерыв. Перерыв на 30 минут объявляю. Перерыв. Перерыв на 30 минут. Я объявил перерыв. Прошу всех пройти в коридоры, в чайные, кофейные и так далее. Мощность, дальше. Прошу успокоиться. Перерыв на 30 минут. Я объявил перерыв. The disintegration of the union is very bad because you know that demonstrations are happening at the moment, the Shahidan Square, and a lot of Muslims there, and they want to establish the Islamic Republic, and the very idea of establishing the Islamic Republic terrifies me because women will lose rights and they'll have to cover their faces and stay at home and be a housewife and bring up a huge number of children. Do you really think that that's the way things are going? Yes,
that's the things are going. У меня же получилось все это случайно. Я не хотела убивать ничего. Просто вот такая ситуация, что в ненужном месте, ненужный человек с ненужным предметом в руках. Рубли? Нет. Ну, сейчас по 70 долларов тоже. Слышите? Да. Так, умнички. Очень хорошо. Красавчик. Красавчик. Да. Wouldn't it be great if we could just take a drink of confidence and become confident? Было просто прекрасно, если бы, так сказать, можно было бы вот эту уверенность отбить из какого-то сосуда, и вот так мгновенно... Приготовила деньги? Приготовь, пожалуйста. По 301. Платила, да? Да, то есть даст 4000 обратно. And we have also been going to smile school since I've been here. We have 3 smiles we're going to practice. With our lips closed and lips together, and then we will smile with lips together and nod. But it's more fun if you look at somebody. Итак, вот первое занятие школы улыбок. Пожалуйста, друг на друга соседки посмотрите. Застрел, как стрела. Поручит колец. Зачем нам поручить чужая земля? Поручит колец, а может вернемся. Зачем нам поручить чужая земля?
Не-не. А. Вперед! Шанку. А в других заводах вообще даже ни денег, ничего нету. А заводы некоторые вообще уже стоят несколько месяцев. Фабрика у нас уже, наверное, год стоит, как не больше. Вообще не работает. А мы еще пока работаем. Ты мешаешь мне сейчас. Да, ты отойди. Ну, получается, как-то натурально. Один чемпион. Ну, ты в роли слуги он. Готовит, так сказать. Обычная моя зарядка. Молодцы. Хорошо, все, стоять, все. Опять ты Молодцы. Все нормально, все, да. Все хорошо, да? Да. Депутаты где? Да. Ой,
что? Посмотрите за. Посмотрите, девушка, за 20, девушка. Уйдите от вагона, уйдите, ради бога, от вагона. Сейчас не думаешь. Девушка, где у нас сейчас в Советском Союзе сейчас деньги, деньги в России, да? Вообще никто деньги не получает, получается вещать. Пройдите в любой в эту в областной город, вот по области наш проект. Где у кого какая продукция, то продукция получает. По третий. За пять. За три килограмма. По такие вот не возьмите. Покажи. Где сюда такие? Одежда. Что-то объясняет. 14,5. Числится, что работаем. Работать-то работаем, а платить не платят. Ну, зарплату скажите. Да и, конечно, эту зарплату только на хлеб. Это первое четверостишие. Попробуем это спеть. Я думаю, что нам не удастся это спеть. Это невозможно спеть. Значит, нам не нужны цари и диктатуры. И так далее. Уже тоже поем. Ты взошла, звезда моей России, ты зовешься вольным трудом. К тексту гимна тоже поем. Слава тебе, Россия. Дальше не укладывается ничего. Это не Шекспир, увы. Это не Шекспир, который проходит в этих текстах. Мы даже получили текст, вот у нас он образцовый, когда, скажем, нас к торжеству фашизма ведет. Друзья, пока эта комедия продолжается, разогнали акцию 23 февраля, когда священный долг памяти Дуни Божьей. Удали назад, блядь. Подали заявки вовремя о проведении этого мероприятия на Манежной площади. Эй! 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 Эй!
что же вы делаете? А почему вы бьете-то? Что же вы делаете-то, а? Ну, вы знаете, меня, конечно, очень огорчило решение Верховного Совета. И они сами сегодня, вот судя по тому, как там отчитывался сегодня Козырев, они сами переживали, так что они так неуважительно отнеслись. Я этого не забыл. Спасибо. Но тем не менее, так сказать, надо все-таки Верховному Совету не скатываться так сильно вправо, как они все равно не слышно. Действительно, в полном объеме оформился филиал. По сути, сегодняшний день является точкой отсчета пути России на истинную демократию, законность и конституционность нашего государства. Но вместе с тем, пока рано праздновать победу, должна быть по-прежнему сплоченность и устойчивая позиция. Давай, давай, давай. Вот, 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 в
Ребята, вы подальше, подальше сюда. Задавят вас вот сюда. Did you have a good time? Smiling and nodding. И при этом вы опять улыбаетесь и киваете головой. How does your skin feel? Каково ощущение ваше?